доме напротив, вот он как раз и есть, дом детства моей мамы, и там же их соседями был Дима Аренцев. Так вот, он рассказывает, что в 3-4 года, я говорю: «Дим, какое у тебя самое яркое впечатление от этого района?» Он говорит: «Мне 4 года, я сижу на плечах у папы, все в цветах, и мы встречаем Леонова и Беляева, которые только совершили свой известный полет. Леонов вышел в открытый космос, и в 65-м году они приехали сюда, остановились как раз вот в этом здании. Все почему-то об этом знали, что они приедут, тут куча толпа людей, все с цветами их встречают. И впоследствии тут останавливался и Гречка, и Алла Пугачева, много известных людей. И на первом, втором этаже полностью сохранилась шикарнейшая немецкая обстановка. К сожалению, мы туда пройти не можем. Я пыталась, мне открыл